Пашка пошел обедать. Думаю, поснимаю вам, как он чавкает. Интересно, так кушает головкой, машет головкой, когда жует. Мне, например, прикольно за ним наблюдать. Они, кстати, все кушают по-разному. Кто-то стоя, кто-то вот так сидя. А бьет он вообще прикольно. Как-то Юля у нас была. Она говорит, а что он так дергает головкой? То есть у него же усы длинные. И, видимо, они ему мешают. И он вот это вот язычком водичку хватает, а потом голову раз и назад типа как запрокидывает. Как птичка. Наверное, ему усики мешают. Он же не хочет их лишний раз мочить в воду. Таким образом мы обедаем. Мы с Витей пообедали. Теперь Степа побесился. Я, кстати, сейчас складывала вещи. Приоткрытый шкаф был, купе. Села в кресло, смотрю, он лапой так открыл шкаф, полез, понюхал, все так лежит или нет, проверил. Короче, человек на своем месте, все проверяет. Да, Степа, скажи, а как же ж, вас надо проверять. Да, Степочка, все, пошел. Поел, пошел, сейчас будет беситься. Ну и привет, вот она я. Поели, душик приняли, стирку загрузили, все, что с больницы было, все туда. И компотик достала, размораживается, потому что надо много пить. Баланс, восстанавливать баланс воды в организме. Вот. Ну что, ребятки, довольная как слон, вся, короче, не знаю, энергия. Бум. Ну, мы вчера, позавчера об этом говорили и снова об этом же повторяю. Значит, все нормально, еще вечером сделаем, ну, уже дома сами укольчик последний. Вот, и все на этом, слава богу, все закончилось. Значит, долго мне пришлось там подождать, потому что, ну, то люди прибывают, то новопоступающие, то, сами понимаете, понедельник, начало недели, там дать силу, там дать. Девчонки, конечно, медсестрички, санитарочки, ну, настолько молодцы. Только услышали шаги по этому, по коридору уже летит. Какая палата, чего там, бум-бум-бум, бегом-бегом. Укольчик, это то-то-то. Ну, в общем, такие все обходительные. Молодцы, очень-очень хорошие у нас врачи. Дай Бог им всем здоровья и нам всем здоровья. Вот. Потом сделали капельницу. Понятно, чуть-чуть даже дремануть удалось. Ну, знаете, как оно капает. Птичка поет. Так пела какая-то птица очень красиво, но не соловей. Ну, такие трели выдавала. Я под эти трели и заснула. Потом понимаю, что был обход, закончился обход, начался обед. Думаю, не-не-не-не, обед мне не нужен, потому что у нас борщ дома ждет куда. И я спустилась сама в кабинет, меня приняли, спасибо огромное, и поговорили. Все нормально, выписываемся, пощупали, потрогали, вот, все в норме. И я такой задала вопрос, скажите, пожалуйста, ну вот в таком возрасте, да, после 20 лет, начинают, что, начинают звоночки то там, то там, то там. Например, вот у нас, видите, у меня особенно суставы. Суставы, я так думаю, эта проблема существует у всех. Ну, может быть, дай бог, есть такие люди, кто вообще не страдает. Да, хотя мы с Витей, ну, не залеженные, мы спортивные, мы гоняем, мы делаем зарядки, мы, ну, более-менее правильный образ жизни ведем по поводу, ну, я не курящий, он не курящий в данный момент. Были баловство у него, забросил, слава богу. Вот выпиваем, как все, жидкости много пьем. Ну, где-то, может, мы немножечко загоняем с едой, но, в принципе, ну, где-то мы раз позагоняли, раз опять вот сейчас, я уже не помню, когда мы такое вот прямо жареное или пареное, или жирное кушали. Ну, в общем, все нормально, все с этим нормально. Мы не перегибаем палку, лишнего веса немножечко. Кстати, я, знаете, в чем удивлена? Поступала я на койку, я взвесилась, сегодня я выходила. Ребят, я не знаю, что это такое, минус 3,5. Наверное, капельница, а может нервы, а может, ну, болячка, она есть болячка. Тоже радостно, правда? Вот. Лишний вес присутствует, с этим надо бороться, не спорю, но, ну, я говорю, святых людей нет, все мы не без изъяна. Кто-то в этом, кто-то в том, правильно, может быть, ну, вот есть такие люди, нет, я не злорадствую, не это, ну, то есть я себя не чувствую там безобразно толстой или что-либо. Лишнее чуть-чуть немного можно было прибрать, но это все в моих интересах, в моих, скажем так, может быть, я не ставила целью в принципе, но мне
вальяжно, прикольно, нормально, мне не тяжело, я чувствую себя хорошо, лишь бы только не болеть. Вот. И она мне, значит, на этот вопрос ответила. Она мне дала списочек такой, ну, кого заинтересует, пишите мне на каналчик, я лично каждому, может быть, ну, или сфоткаю, или нет, скорее всего, напишу, конечно же. Но нужно каждый год, один раз в год пропить три препарата. Три препарата, в которые входит, ну, там целый, значит, один препарат, одно, второе, другое, третье, понятное дело. Но в совокупности они укрепляют иммунитет, чистят сосуды, подкрепляют ту самую нашу хрящевую систему, плюс по крови и, конечно же, по сердечку. То есть три в одном, это, скажем так, как такой компактный панацея и так далее. Но она говорит, я вас не обнадеживаю, каждому свой индивидуальный подход однозначно, но в принципе, после, когда чуть-чуть перевалило, то нужно это употреблять раз в год, месяц, и вы почувствуете, сравните до и после жизнь свою и сами увидите, ваше или не ваше. В принципе, консультируйтесь в аптеках, у врачей и так далее. Но, в принципе, я говорю, вы мне дайте старт, а я уже там буду манипулировать как-то по ситуации. Если там, ну, буду читать перечень, буду читать, значит, какие там пропозиции, что треба, что не треба. И поэтому, ну, я ей очень благодарна. Понимаете, когда человек идет на разговор, идет на встречу, идет на диалог, это очень немаловажно, согласитесь. Я для нее просто очередной, ну как, пациент, которого она вылечила, поставила на ноги. Я ей очень благодарна, отблагодарила. Вот, и сказала, ну вот таких бы врачей, как вы, действительно побольше, потому что человек не оттолкнул. Бывает такой врач, с ним начинаешь разговаривать, он на тебя глядит, мол, ну что такое, я тебя полечил, вали. Вот, ну правда, бывает такое, бывает очень часто. А то человек выслушал, услышал, подсказал, ну мне приятно, потому что, как мы все знаем, есть такой у нас в жизни, ну, нюанс, что ли. Есть люди, а есть, ну, наоборот, правильно? Вот я попала именно на человечного человека, который меня услышал и понял. Благодарна очень-очень ей. И всем, конечно, девчонкам, которые вокруг меня суетились и сегодня увидели шлем. А что это такое? Что это? Я так... Так вот уж, так они с окошка выглядывали на наш мотоцикл, проводили меня так по-людски, знаете, как, ну, вроде как, ну, вот так. Ну, в принципе, я же говорю, я другого и не ожидала, потому что где мы с Витей, ну, Витя, кстати, на выходные, ну, может, это секрет, конечно, нельзя выдавать, но его туда пускали, он был со мной на капельнице, то есть тоже спрашивал имена у девчат и приславлял их, он и, ну, любит делать комплименты девчонкам, а кому это из девчонок не нравится, правильно? Потому что они нас запомнили, поэтому и, ну, так мы с ними лояльно, хорошо расстались, и завтра я пойду в районе 17:00, заберу документацию, она говорит, я вам все в карточке подробно напишу, почитайте. Почему, я говорю, почему мне так хорошо, почему такая эйфория, почему так легко, ну, вот такое. Ну, действительно, я совершенно трезвый, нормальный человек, адекватный, но мне, ну, очень легко и хорошо. Она говорит, ну я вам все почитаю, вернее, пропишу, вы почитайте, что за ингредиенты, что входит, все составляющие и так далее. Ну, правда, приятно, да? Другая бы сказала, там прочитаешь, я написал. Ну, короче, я говорю о том, что можно поставить диалог с нормальным человеком, и если он идет навстречу, этот человек, то это очень-очень чувствуется. А если он тебя сразу бумс, и ты вышла, думаешь, тю, блин, ну что я вот так, что я себя не уважаю, ну вот, и выходишь, ну, с грустинкой. А я оттуда выскочила на крыльях. Вот так. Так что мы с Витюшкой дома чистенько. Я что-то между первым интервалом укольчика и капельницы. Дом тут. Бегом-бегом. Короче, чистота, порядочек. Мотоцикл на месте. Степан накормленный. Вот. И сейчас, наверное, немного отдохнем. Потом что-то там по ужину посуетимся. Вообще нужно и по городу пройтись. Потому что у меня там нужно и проплатить кое-что. И дома лук закончился, надо взять лука, что-то еще не помню, что еще. Ну, в общем, может быть, даже и пройдемся, может, даже и сейчас. Вот, а потом уже придем и к ужину будем готовиться и полежим. Вот такие дела, ребятки, так что все, все позади. Я вам желаю не встречаться в жизни с болячками, а если встречаться, то как можно намного меньше. Пускай все наши болячки проходят стороной. И давайте будем улыбаться, давайте будем ждать вместе все перемоги нашей,
найскорішої нашої перемоги, і щоб все збулося. Я не знаю, так хочеться, щоб це все швидше пройшло, щоб менше гибли наші дітки, наші хлопці, наші, дай Бог їм всім там здоров'я. Я сьогодні читала дуже багато, читала і лайкала, і ставила, кому треба, не лайки, а наоборот, то есть, ну, и свечечки. То есть, когда есть время в телефоне, ну, начинаешь скорби много, горя много. Поэтому, ребятки, давайте будем жить, потому что здоровье – это очень важно. И берегите себя. Вот. Всем слава героям. Пускай им будет Бог в помощь. Нам с вами здоровья, чтобы детки были здоровы. Ну, давайте будем улыбаться. Я улыбаюсь и вам желаю улыбки, радости, позитива. Все, всегда с вами Витя, Лена, погода в доме. Ну, конечно же, Степан. Все, пока-пока.